Ну, вот здесь наши друзья из НТВ уже готовятся. Марина, добрый день. Добрый день. Я смотрю, добрый вы день. С зонтиком. Ну, погода сегодня не праздничная, но то, что клуб открывается, это замечательно. А я рассчитывал, что будут разгонять облака, точно, да, облака. В честь такого шахматного праздника. Ну, видимо, он недостаточно все-таки велик, чтобы разгонять. Но, с другой стороны, клуб очень красивый, так вроде хорошо, народ собрался. Марин, я надеюсь, что мы доживем все-таки до того момента, когда к открытию очередного шахматного клуба будут разгонять облака. А вечером салют, такой, да. Фейерверк. Ну, может быть. Спасибо. Я думаю, что это будет.